мы на месте. Мы приветствуем Аллу, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Визуально что-нибудь видно? А не, на голове как скоба. Скоба. Хорошо, буква сканер. Буква П. Б. П. Б. Хорошо, сканер просканирует эту скобу над головой. Отключи ее. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы подсвечиваются. Ты видишь их четко и ясно. И выводи это все из биополя. Как это выходит, отправляю эту скобу в клетку тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аллы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканирует все 7 тонких тел Аллы, находит все. У нее неупокойная душа и гуманоид. Его скоба? Да. Хорошо, откуда ты гуманоид? Орион. Снимает... Орион. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивает гуманоида канал, если он с кем-то связан, и притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Нет связи у него. Итак, гуманоид Ориона, сколько ты находишься в этом биополе? 2 месяца и 3 дня. Какая причина подключки? Сканирование. Для начала забор энергии. Сканер, дай мне полноту души Аллы на настоящий момент. 100%. Хорошо. Неупокойная душа. Неупокойная душа, представься, как тебе обращаться. Элла. Элла, как давно ты находишься в этом биополе? 24 дня. По какой причине ты вошла в это биополе? Вибрации позволяли. И какая на цель? На этих вибрациях. Да. Я поддерживаю свои вибрации. То есть ты даже, ты паразитировала и даже не пыталась уйти никуда, да? Некуда уходить. Мне нужно подходящее тело. Это тело подходящее. По вибрациям. Я ждала. А почему ты не хотела уходить? Мне некуда уходить. Я ждала. Это не ответ. Ты занималась черной магией? Нет, я ждала портал. Значит, ты пришла для того, чтобы тебе открыли портал? Или просто подпитаться энергиями? Для начала подпитаться энергиями. Лучше этого, пока не было сосуда. Потом пришла информация, что портал рядом. Я ждала. Как давно ты закончила свое земное существование, земную жизнь, это воплощение? В каком возрасте? В 2002 году. Возраст? 91 год. То есть ты по возрасту закончила эту земную жизнь. Хорошо. Ты хочешь идти в светлый портал? Хочу. У меня больше вопросов нет. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Элла идет в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего. Ее куратор встречает, если кто ее знает, по ту сторону. Встречает ее? Встречает, да. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Даю команду тонкой копии Аллы спроецировать прямой канал к гуманоиду и его подключке. Канал выстроился. Сущность подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается назад. Усилию потоки в 50 раз. Вот эта скоба, она как над головой стоит, у нее она крутится, как циркуль откручивает ровные круги, и вот эти круги создают электромагнитное поле, в котором Алла находится, и это поле ее как придавливает сверху энергией вот. Своей. Ощущение придавленности. Гуманоид, а ты хочешь на себя проверить, как твоя скоба на тебе будет придавливать? Мне стоит 1 секунду перепрограммировать ее и включить на полную мощность. Хочешь испытать ощущение, которое ты 2 месяца и 3 дня ей доставлял? Нет. Странно. Время закончилось. А почему же ты доставляешь тогда такое неудобство другим? Это сканирование. Я вижу, как это сканирование твое работало, что человека придавливало на земле. Установили фильтр золотой сеточки на эти каналы. В порядке реверса Алла забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, мощным потоком пошло назад. Забирая из этой скобы родные энергии, все, что на чистоте Аллы находится, мощным потоком пошло назад. Мне энергии возвращаются в верхние чакры. 3-й глаз и коронная чакра. Готово. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Аллу на чистоте гуманоида и этой скобы. Осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Если таково есть, выводи из биополя. Пошло сканирование. Есть у нее в горле сосуд какой-то небольшой, как пробирка. Выводи этот сосуд. Я отправляю его в клетку тюрьму, где находится скоба. Готово. Выстраиваю прямой канал от Аллы к этому сосуду.
и Алла реверсом отдает все негативное патогенное, что она получила от этого сосуда. Пошел процесс реверса. Читаем информацию, что это за сосуд. Это физическое тело. Этот сосуд в физическом биоработе. Да. Останавливается для синхронизации. Всего а подключка. Из него выходит определенный какой-то как дым такой. Угу. Хорошо. Ждем окончания реверса. Все негативное назад пошло в сосуд. Все, что она получила. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Алла забирает все чистое и светлое, что находится на ее чистоте в этом сосуде. 1, 2, 3. Все ее родные энергии, все, что на ее чистоте находится, мощным потоком пошли назад. Да, будет так, а так и есть. Это физическое здоровье. То есть слово идет подчинить, чтобы подчинить ее полностью, тонкие тела и физическое тело. Понятно. Хорошо. Для меня это уже нападение. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Аллы с гуманоидом, скобой и сосудом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосвет Алле. Этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоэбрационное, чужеродное, остаточное энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Небольшой вышел шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Алле, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Посмотри, сколько энергии нужно Алле и какая частота вибрации. 320 и 25. На счет 3 в макушку головы Аллы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Идет информация, что нужно к Меркабе относиться серьезнее. Выставлять, во-первых, ее, когда она выходит. Из дома. Из дома. И знать, что она защищена, потому что у нее идет физическая усталость. И, соответственно, тонкие тела уходят, приходят в упадок энергетический. И она доступна. Она всегда должна знать, что она защищена. И в это твердо верить и визуализировать это. Благодарю за эту информацию. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Итак, я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Ли. У меня здесь гуманоид Сариона. Сидел 2 месяца, 3 дня. Над головой была скоба. Делала электромагнитное поле. Она ее даже придавливала на физическом плане. Кроме того, он еще установил сосуд ей в горло, который забирал у нее физические силы. Все это находится в клетке тюрьмы. Его забираем, остальное уничтожить. Открываю под артефактами воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все артефакты, сосуды, эта скоба уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, мы закончили. Алла, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Все, что нужно, важное было узнать, вам передал ваш куратор в этом сеансе. Относитесь серьезно к своим защитам. Мы рекомендуем со своей стороны заправляться энергиями и поднимать все вибрации. Если вы этого не делаете, то вы будете подходить по частоте, таким как гуманоид и все остальные. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аллы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.